продолжаю свою необходимую для женщин серию, в которой я выложу все рецепты удаления нежелательных волос. Сегодня у нас будет очень известная смесь для удаления волос. Значит, используем два компонента. Оба компонента продаются в аптеке, в обычной аптеке. Итак, таблетки гидроперита и нашатырный спирт. Вот так это все выглядит. Берем 3 таблетки гидроперита, добавляем небольшое количество воды. Это все надо делать в небольшой какой-то пиале, тарелочке. Добавляем небольшое количество воды. И все этот гидроперит растворяем. Потом капаем туда нашатырного спирта. 15 капель. Хорошо все перемешиваем. Берем марлю, заматываем, делаем себе такую марлевую, тампончик марлевый. И осторожно берем и начинаем один раз смазывать участок с нежелательными волосами. Сидим. Когда все подсохнет, вы увидите такой белый налет. Второй раз намазали. Опять сидим. Ну, это 10 минут, грубо говоря. Третий раз намазали. Опять сидим. И четвертый раз намазали. Сидим. Итак, сколько держать? Держать можно, в принципе, практически любое время. От получаса. Потом уже на втором этапе, когда кожа привыкнет к этому раствору, в принципе, можно на более длительный срок намазывать. На 3-4 часа. Некоторые женщины, я встречал отклики, намазывают прямо на целую ночь. Но это уже потом. Сразу начинайте где-то с получаса. Все, после этого, после того, как вы данное время подержали, хорошо, просто смываем водой. Такую процедуру идеально делать один раз в день, до наступления необходимых результатов. Вот такой известный и широко применяемый рецепт для удаления нежелательных волос я вам сегодня и поведал. Если вам нравятся мои рецепты, поддержите меня. Поставьте пальчик вверх, поделитесь с друзьями полезными видео. Напишите мне маленький комментарий, даже просто слово «спасибо». Это будет мне очень приятно. Будьте здоровы и до новых встреч!